Компания Евросемена представляет капусту китайскую сорт Пава. Это среднеспелый сорт, период от полных сходов до начала технической спелости 57-60 дней. Лист широкоовальный, зеленый, мелкоморщинистый, без опушения. Листья черешки обладают ценным биохимическим составом. Масса одного растения 1-2 кг. Вкусовые качества отличные. Ценность сорта – высокой урожайности и питательной ценности. Номер партии 165-4. Вес 0,3 грамма. Ноль тридцать один грамма на весах.